Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка вот такой большой посылочки ивановского трикотажа от производителя «Любимый Василек». Итак, давайте скорее начинать. Как всегда, все отлично упаковано. Под упаковочкой почтовый еще вот такой вот пакет, да, где все перевязано и просто замечательно упаковано. Давайте вскрывать и смотреть по порядку. Первое, что попалось под руки, это носки мужские, длинные, размер 42-48. Они по 6 штук идут в упаковке. Носков никогда не бывает мало. Сейчас я найду девчонки накладную. Девчонки и мальчишки, буду вам быстро нашла, озвучивать цены. 138 рублей, девчонки, 6 пар. То есть пара получается 23 рубля. Таких цен, наверное, нет нигде. Это обычные классические мужские носки. Они здесь разных расцветочек. Вот так выглядит. Это у нас бамбук. Они называются бамбук, да. Вот так. Давайте одни, что ли, вскроем, посмотрим. Тонкие, не теплые. Сейчас как раз на теплое время года должны, я думаю, очень хорошо подойти. На сайте много и коротких носочков, и длинных, какие душе угодно. Это такие вот средней длины носочки. Тоненькие, не сильно жаркие. Да, как бы все прекрасно, все отлично. Так, следующее, что попалось мне, это мужские трусы. Мужу тоже заказал, 279 рублей. Две штуки в упаковке, девчонки. Я взяла размер побольше. Вы, кстати, под комментарием просили меня измерить мужа объем груди. Я его измерила, написала вчера, но сейчас продублирую еще раз, потому что в прошлом видео был костюм 58 размера на его 52. У него обхват груди 96. 96 соответствует размеру 50-52. Вот чтобы вы понимали. А костюм я ему взяла 58, он сел просто идеально. Поэтому я всегда рекомендую брать, получается, 52-58, на 6 размеров больше, да? И себе я беру так же. Но я люблю так же, как и муж любит, и на ребенке я люблю, чтобы было оверсайз, да? Если вы любите носить в обтяжку, вы можете носить спортивный костюм прям в обтяжку, да, то, пожалуйста, берите тогда на 2 размера больше, да, где-то вот так. Но чтобы он смотрелся достойно и красиво, я беру вот на 4 минимум 6 размеров всегда все больше. И трусы у меня здесь 5XL в размере 56-58. Трусы у него как бы, ну, тоже 50-52, чтобы вы знали. А ивановский трикотаж именно так. Посмотрите, ну разве это 58? Нет, конечно, 52, дай бог еще, чтобы налезли. Нет, налезут, конечно. Качество очень хорошее, очень приятный хлопок. Это у нас хлопок с вами же. А здесь не написано. Ну да, скорее всего. Очень приятный, такой нежненький. Вот, смотрите, какой размер. Конечно, это не 58, поэтому не ивановский трикотаж, он всегда маломерит. Всегда, в какой бы компании вы ни брали, он всегда маломерит и еще после стирки дает усадку. Имейте это в виду обязательно. И если у вас есть вопросы, не бойтесь спрашивать, я всегда отвечу вам как бы, но по замерам. Вот по мужу я вам уже сказала. Обхват груди 96, 58 размер костюма спортивного, просто вот как надо, как и должно быть. Дальше, девчонки, я набрала декоративных подушек вот таких. Я вам показывала в прошлом обзоре, ссылочку на него прикреплю под видео. Вот эти прелестные подушечки. Я взяла 2 штуки в прошлом заказе, вот эти. Я хочу сделать из них бортик в кроватку. Здесь принт на другой стороне, они на молнии. Где молния? Вот, здесь молния. То есть можно снять наволочку, постирать, все отлично. Там есть разные рисунки вот этих декоративных подушечек миленьких. И выбирайте, какие вам больше нравятся. Вот у меня были 2 в прошлом заказе, я заказала еще 4. И хочу собрать из них бортик в кроватку. Заказала еще ткань на отрез. Ткани на отрез в Васильке вообще стоят копейки. Если вы шьете, я, допустим, очень люблю шить. Раньше занималась, у меня много есть лоскутных одеял, постельного белья, сшитого и одежда тоже именно мной. У меня стоит машинка хорошая, дорогая. Но сейчас просто некогда как бы этим заниматься. А если вы любите шить, то ткани на отрез прям там... Ну, постельное белье шить, мне кажется, сможет любой вообще, как бы, да? И выйдет оно за копейки. Ткань на отрез стоит копейки в Васильке. Так... Я заказала с той целью, чтобы к вот этим подушечкам, я еще подумаю, как лучше, девчонки, напишите, как вы думаете, я вам расставлю, потом покажу, пришить завязки. То есть они не могут же просто так стоять, они могут на малыша упасть, да, нам нужны обязательно завязки. Я думала посередине, может, одну, да, завязочку пришить и к кроватке крепить. Так, сейчас скажу, декоративная подушка 324 рубля, девчонки, стоит, и я достаю. Так, такая была у нас уже, да, я вам показывала, вот она.
Потому что именно с зайками их, по-моему, там 5 вариантов, и поэтому я брала повторяющиеся. Да? Так, вот с зайкой. Так, вот такой зайка с мамой. Это новое такое у меня не было. Здесь на обратной стороне звездочки. Ага, как вот на этой, где один зайчик. А здесь вот такой зайчик с мамой. Ну, очень мило, очень красиво. Они очень качественно сделаны. Я прям довольна. Вот такой вот зайчик. Прекрасный. Замечательный. Баночка со звездами у него. Потрясающий принт. Сзади вот так. То есть можно бортики делать зайками, можно чередовать зайка-принт, зайка-принт. Ну, интересно, мне понравилось, как это смотрится. Так, и вот такая еще, такая тоже была. Таких у меня, наверное, две. Да, две. Вот, две вот таких. Смотрят с мамой на Луну. И все. Теперь у меня 6 подушек. Я их расставлю по кроватке. Сейчас я вам покажу тоже все это дело. Как это смотрится. А пока поехали распаковывать дальше. Вот как раз я нашла ткань на отрез. Это белая ткань. Но мне кажется, она больше всего сюда подходит. Да? Молочную я, к сожалению, не нашла, чтобы вот прям в тон подушечкам. Но белая нормально для завязочек. Вот так она приходит, перевязана. Здесь много ее. Мне еще на что-то хватит, наверное, однозначно. А, так, ткань кулирка. Это кулирка. Мир называется. 140 грамм на метр квадратный плотность. 196 сантиметров, почти 2 метра, девчонки. Ткани цвет белый. Я брала вот чисто для завязочек, чтобы у меня было, да, пришить бортики, но еще останется. Можно что-то пошить, 2 метра, это на самом деле очень много. Так, поехали дальше. Дальше футболочка. Я заказала себе футболку, она из новинок, очень симпатично смотрелась на модели. Есть такая в черном, по-моему, цвете и вот в таком вот в сером. Так, футболка. Женская круиз, серой буквы, 58 размер я взяла, 370 рублей, девчонки. Очень симпатично смотрелась, сейчас мы с вами ее замерим. Ну вот, футболочка, мне понравилось то, что горловина не под горло, да, и такая достаточно свободная. Цельнокройный рукав у нас получается с вами, да, и здесь пришита вот как бы манжетка. Вот так она выглядит. Свободненько, хорошо. 58. Мне сейчас с животом прям как бы замечательно. Сзади она длиннее, спереди она короче. Сейчас я вам покажу все. Вот, смотрите, видите? Животик закрывает. Свободненько, все хорошо. А сзади она у нас, получается, идет длиннее. Вот так. Практически скрывает попу. Ну, и так в целом. Со штанами, конечно, наверное, нет, потому что здесь видно уже от штанов ткань, да? Хотя тоже можно. А вот с комбинезончиком прям просто будет прелестно. Или с какими-то другими спортивными брючками. Красивая футболка, красиво смотрится, очень стильненько так. Принт у нее интересный, мне нравится. Я люблю, когда цельнокройный рукавчик. В общем, красивая футболочка, супер, будем носить. Еще одна классная новиночка от Василька. Это платье бабочки бордовой. Ну, туника, я бы сказала. 599 рублей. Сейчас в Инстаграм у Василька прям, ну, нашумевшая такая новинка. Она есть в нескольких расцветках, очень красивых. Я ссылку на сайт и на Инстаграм вам оставлю. Там всегда они новиночки прям публикуют очень часто и первые. Так, платье бабочки, значит, 599 рублей 600. И я взяла маме в подарок вот такую тунику. 70 размера, что как бы радует Васильке, это размерный ряд. Взяла вот в таком бордовом цвете, был очень красивый, бирюзовый, синий. Себе тоже хотела такой взять. Она классно смотрится на модели, есть даже видеопрезентация в Инстаграме Василька, вот этой туники. Она классно смотрится. Этот принт вообще здорово. Вот смотрите, 70 размер, большой, все как бы вообще прекрасно. Кармашки. Здесь есть сбоку кармашки. Я вам сейчас ее померю и покажу. Ну вот, чтобы вы понимали, 70 размер, насколько он действительно большой. Ткань очень приятная, хлопок приятный. Какой процент здесь чего? Тоже не скажу. На сайте написано, наверное, девчонки. Да. Ага, нет, нету ничего по ткани. Но я сейчас ее тоже примерю и вам покажу. Такой достаточно удобный тоже вырез. Ни под горло, ничего давить не будет. Свободненькая, свободненькая, классная туничка. Она даже в 70 размере на мне смотрится выигрышно. Потому что такой крой, что она немножко как бы притальная, к низу расширяется. Даже на модели я обратила внимание, что смотрится прям, ну, знаете, не дешмански. Красивая такая туничка. Вот, видите, вроде как притальная. Вот здесь вот эти вот кармашки. Вот они. И все, и красота. Надо себе было такую брать. Однозначно, туника обалденная. Рукавчик достаточно длинный, скрывает все недостатки. Он тоже цельнокройный и подшит. Кармашки глубокие. Положил, что хочешь.
и в путь. Длина 70 размер, мне ниже колена, сантиметров на 15, девчонки. Ну, на 10, 10-15. Смотрите, вот. А так все прекрасно. Туника шикарная. Сейчас на лето, там в сад, в огород, да и по дому ходить, на дачу. Одел свободненько, просторно. Ну, красота. Мне кажется, для женщин наших милых в возрасте, которые, не покладая рук, трудятся, да? Очень классная вещь. Так, поехали дальше. Дальше что? Что же у нас дальше? Так, девчонки, это простынь. Простынь трикотажная на резинке. 129, соловьиная трель на розовом, как красиво называется. Да, размер 60 на 120 на 10. А такой размер подходит моей дочери на кроватку. И трикотажная простынь стоит у нас 300 рублей ровно. Все удовольствие. Очень красивая. Под розовый комплект белья я сейчас только на резиночке просто не покупаю. Потому что это мега удобно на самом деле. А трикотажная вообще прелесть. Натянул ее и радуйся. С одной стороны она розовая. Можно как двустороннюю использовать. Швов все равно не будет видно. И вот с другой стороны. Смотрите, какая классная, красивая. Достаточно плотная, не тонкий трикотаж. Замечательно вообще. Расцветочка такая веселенькая. Супер. Будем менять постельное белье. Оденем обязательно с новым комплектиком. Она хорошо тянется. У нас кровать на самом деле побольше. Она не 60 на 120, она побольше. Но нам идеально, без всяких складок, и просто прекрасно натягивается вот этот размер на детскую кроватку, поэтому потрясающе. Принт обалденный. Соловьиная трель. Супер. Так, поехали дальше. Дальше остались, девчонки, малышковые вещи, очень милые, мимимишные. Не могла, конечно, не заказать васильке. Там опять выходит много детских новинок, это радует. Раньше у них не так было много детских вещей, а сейчас, если вы мама маленького ребеночка или вы, как и я, будущая мама в положении, я вам очень рекомендую присмотреться. Прям там выбор потрясающий, цены, ну, просто сказочные. Смотрите. Смотрите, какая прелесть. Я еще делала заказ опять до третьего скрининга, до третьего УЗИ. И были сомнения, будет кто у нас, какой пол, как бы, но подтвердилось, что девочка, поэтому все подходит все равно. Комбинезон для детей, рост 168, желтый. Diaz Kids, вот такая этикеточка. И они там в разных расцветках, есть и для мальчиков такие M&M-сики. То есть тут уже не девчонка нарисована, да? Сейчас скажу, сколько стоит этот комбайс. Текс. Полукомбинезон желтый. 280 рублей. Вот такая вот прелесть. Классный, очень классный. Вверху есть хорошо. Я думала, нет. Вверху есть одна заклепка. И между ножек, конечно же. Вот они, заклепочки. Ну, просто прелесть. На лето красота. На 1000 рублей на лето в васильке можно ребенка одеть просто шикардос. Так, дальше лосины для девочек. Это я для старшей дочери взяла. 333 рубля. Размер девчонки 140 на 10 лет. Я ей беру в основном 140-146 сейчас в ивановском трикотаже. Хотя наш рост 128 сейчас. Чтобы вы имели в виду, опять же, по размерам со своими детками. Да? Так, вот так они выглядят. Здесь есть тоже очень красивый блестящий принт. На одной ножке. Вот так. Переливается красиво. Не знаю, как поведет себя при стирке. Посмотрим. И на второй ножке вот так. Здесь написано Viva, Viva Kios. Что-то типа того. Но мне кажется, они ей чуть-чуть даже будут длинноваты. Bonito бренд. Мне кажется, будут чуть-чуть. Хотя нет, наверное, вот как раз. Вот это вот сейчас как раз. Может быть, на несколько сантиметров. Но так достаточно свободно гонять в таких лосинах по улице, в футболке и летом тоже вообще просто прелесть. Цена отличная. Разные расцветки тоже есть, абсолютно разные, всех цветов. Красота. Так, дальше. Дальше костюм. Такой красивый костюм, я помню. Так, 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 сейчас найду. Комплект для девочек темно-серый. На рост 74 сантиметра, 683 рубля. Посмотрите, какая прелесть. На рост какой? 74? Не, мне кажется, он на 60 с чем-то пойдет. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас штанишки положу. Это такой уже немножко утепленный вариант на прохладную погоду. Вот такая вот толстовочка с зайками, с очень милыми. Так, она у нас тоже на кнопочке вверху, на двух кнопочках, да? И это Bonito Kids тоже, да.
Вот такая вот прелесть. Сзади вот так выглядит. Ой, тут зайки даже с хвостиками, девчонки, смотрите. Не, ну вообще красота. И штанишки к этому костюму с карманами. Смотрите. Даже карманы есть. Ну, просто некуда деваться. И зайка-то тоже с розовым хвостиком. Очень милый костюм. Супер. Так, резинка пристрочена? Нет, резинка не пристрочена. Но у детей, которые еще умеют только лежать, она не перевернется. Очень красивый мимимишный костюмчик. Вообще, я прям счастлива. Так, дальше. Дальше что у нас? Штанишки. Штанишки. Не очень удобно. Я помню по первому ребенку, и сейчас готовлюсь, много-много обзоров смотрю. Не очень удобно штанишки, отдельная футболка. Лучше какие-нибудь бодики, слипы и так далее. Да? Но я все равно набрала, но мало ли, да, пригодится. Так, ползунки для новорожденных 68 сантиметров, 140 рублей, девчонки. Вот такие вот красивые штанишки, без ножек. Вот так они выглядят. Бежевые. И прикольный такой принт. Это даже не принт, это прострочка. Это пристрочено все. Вот так красиво. И это у нас тоже Bonita Kids. Made in USB. Что страна за USB? U, Z и B. Девчонки, это что за страна? Это где? Узбекистан? Да, Узбекистан, наверное. Вот, вот такие штанишки. Дальше. Еще одни штанишки, по-моему. Да. Еще одни штанишки уже с ножками. Ползунки 140 и штанишки 228. Наверное, все-таки вот эти 228, эти штанишки, а вот эти ползуночки 140. Вот такие обычные на резиночке, которая прострочена, и они уже идут с ножками. Вот здесь ножки пришиты. Видите? Вот такая прелесть. Мышатки здесь какие-то, что ли, нарисованы. Это у нас Sammy Kids. 100% хлопок, размер 68. Так, и последняя, наверное, малышковая вещь. Это кофточка. Так, кофточка, кофточка, кофточка. Угу. 333 рубля. Да, 333 рубля, 68 размер. Вот такая. Как их называют-то? Не панды? Let's play hide and seek. Написано здесь. Она тоже без ручек, с резиночками, на пуговичках. Пригодится такая кофточка тоже. 100% хлопок. Bonita Kids тоже. Очень красивая, миленькая. На ощупь приятная, прям нежненькая к телу. Будет, мне кажется, здорово. Вот леггинсы. Очень классные, кстати, вообще просто супер. И по длине, и рост все как бы нормально, все хорошо село, все подошло. На 128 рост, 140 размер. Прям отличненько. Хорошечно. Нравится? Да. Класс? Да. Ну, супер. Слушайте, девчонки, ну 6, вот прям нормально. Я думала, что мне 8 надо на круглую кроватку нормально. Места, правда, для ребенка остается совсем мало на первое время. Потом, когда эту кровать разберем в овальную, будет больше. Но они у меня стоят сейчас под наклоном, потому что если я их вот так прижму к стенке, да, они начнут падать. Вот. Вот так они стоят в кружочек, очень мило. Потом связать их, привязать. Да, и как бортики. Можно даже не ставить все 6, можно одну убрать, чтобы вот так вот как бы и воздух в кроватку проникал, и все, да, как вы считаете. Вот как-то так. А можно еще вот так повернуть другой стороной. То есть одна подушечка зайка, одна подушечка с принтом. Следующая зайка, следующая опять с принтом. Тоже смотрится прям очень здорово. Такие мягенькие объемные подушечки, когда пришью к ним веревочки. Вот как вы думаете, девчонки, куда пришить? Я думала посередине. Допустим, вот так, да? Подушка упала. Посередине где-нибудь вот здесь пришить. И вот так она как раз будет стоять. Как вы думаете, вот как лучше пришить веревочки к этим подушкам? Но я довольна. Мне очень нравится, как смотрится в целом гармонично. И с общим интерьером комнаты, и с кроваткой. Прям вообще супер. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой заказ на этот раз у меня был в Васильке. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Все полезные ссылочки на Василек под видео. А я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.